Эх, учеба, учеба. Так. Апты. Вижу, с Сержем мы на перегонки, видимо, работаем. Ну да ладно. Если не хочешь меня посвящать в это. Чтобы два человека делало. Записываем мега-скрипт в эмодиторе. Я уже раз прошелся, подготовил. Итак, регулярными выражениями меняем значение. Значит, что это означает? Найти границу LBN равно скобки. Дальше мы указываем точка с запятой. Это все абсолютно слова, все абсолютно знаки, которые существуют. Вопрос – это ограничение жадности до первого символа, который идет в следующем. То есть все, что… Если бы этого символа не было, нам бы выделилась вся строка. Так нам проверяем. Найти. Так нам выделяется только то, что нам необходимо. Оборачиваем его в круглые скобки. То есть это значение мы можем использовать. Оно останется прежним. В языках прописывается или через слэш, или через знак доллара. Еще указываем здесь значок. Например, номер, который не встречается нигде больше. Объясню потом для чего. Ставим галочку регулярные выражения. Нажимаем заменить. Получили. Вернее, даже не так. Почему не так? Все-таки номер мы уберем. Номер для чего? Для того, чтобы вот тут впереди получить сразу нормальный столбики. Но мы сейчас сделаем по-другому. Мы сейчас напишем. Он не любит. Так, где у нас начало строки? Правильно. Начало строки. Точка, звездочка. Пробел. Знак У. И оставим. То есть единичка. И тут будет знак номера.
сделано для того, чтобы кей отделить потом. Пробел и буковочку У так и оставляем. Попробуем провести замену. Да, все. Только уберем лишний пробел. Заменить все. Так. Там потом поправим. Так, следующее. И мега регулярным выражением заменяем все остальные. Только следим за. Так, хай и талик реф подсветили, заменили. Форинг. Подсветили, заменили. Отдельно слово «си». Оно у нас сейчас выделено просто курсивом. Просто курсивом найдем его, найти. Видите, и нам нужно его загнать еще в болт. Мы загнали его в болт и удаляем конец строчки. Просто заменяем на пустоту. Также у нас осталось P отдельное. P просто тоже удаляем. Найти, заменить. А, хай-хай еще остался. Так, хай-хай нам надо поменять в BB. Пишем точка звездочка вопрос. Заменяем на B. Найти. Заменить всем. Все. Теперь сохраняем. Даже макро записали. Выделяем. Копируем в Excel. Он в Excel заодно сразу и раз новую. Так, значит, заменяем обратно номер. Так, и теперь. Что это за фигня? Ой, блин. Как ты хочешь его заливать, не знаю.